казаков очень красивая мелодика языка. И я хочу, чтобы моя супруга Танюша сейчас небольшую такую байку, которая была записана прямо в станице, в хуторе, точнее, от бабушки, от одной. А вы послушайте, как вообще это звучит. Хутор Сырычи Кумылжинского района. Байку вам расскажу. Жил, значит, в этом хуторе Игнат Матвеев. И жена у него была, не Лида, ну, Нальки, значит. И вот ент Нальки с кумой своей в июнь месяце решили порыбалить, ну, рыбки поймать. Ну, собрались, значит, с бредяшком и пошли. А спускаться нужно было, где Васялина роща. Там проток, значит, и рыбка там дюж хорошо водилась. Ну, Игнат про ент дело узнал. Взял ил речной густой, измазался весь. А тогда-то ведь ни портков, ни трусов не было. Ну, он, значит, все поскидал и в засаду у камыша. Ну, сидеть. Ну, эти рыбачки, значит, бредяшок раз заброют, тащать ничего не уволакивают. Другой раз заброют, а Игнат шмык под этот бредяшок-то и поднырнул. Они его тащать тяжело. Думают, батюшки, наверное, сазан. А месячно уж было, ничего не видать. Они его выволакивают. Оттуда Игнат как выскочить, значит, при всех регалиях. Волосы торчком, вылететь, голенький до смерти. Они как ахнуть, и они убежать от него. А дорога долговатая, крутоватая, прям в гору, и они бегут. Кума, кума, говорит, кукаречь, мол, нечистый увязался. Кукаречь-то, ку, 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 ну никак вздыхается. А Игнат за ним бежит и палкой им по пяткам так вжик, 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 вжик. Ну, это кума, кума, кукаречь, кума, кукаречь. Она ку, 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 никак. И тут дорога, значит, попрямей пошла. Перевал тут. И она как закричит, так кукареку! Ну, Игнат и отстал. А там все новосята на прогоне скота узнавали. Ну, и на следующий день Игнат стоит. Как раз у Игната двора собирались брешить. Увядал, Нальки идет. Ой, бабы. Вчера, говорит, всю ночь не спал. Кочата, говорит, так орали всю ночь, так орали.